14 сентября первый вице-президент Азербайджанской республики Мехрибан Алиева совершила поездку в Шамахинский и Смоленский районы. Как и во всех регионах страны, в Шамахинском районе успешно продолжается работа по благоустройству, созиданию и реконструкции. В районе один за другим сдаются в эксплуатацию важные экономические и социальные объекты. Один из них – новое здание Мелекчобанлинской сельской полносредней школы имени Гюлага Агаева. Первый вице-президент Азербайджанской республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии школы.